Ну и немного о спорте. В копилке у россиян уже 3 золотые медали и 1 бронзовая. На Европейских играх в Минске в турнире среди борцов вольного стиля 4 комплекта наград уже нашли своих обладателей. Свой вклад в успех национальной команды смогли внести и представители сборной Дагестана. В весовой категории до 86 килограммов первенствовал махачкалинский динамовец, чемпион Европы 2017 года Даурен Куруглиев. Тройку призеров до 57 килограммов замкнул чемпион мира прошлого года Заур Угуев из Хасавюрта. В финале за первое место поборется и олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Его соперник – дагестанец Нурмагомед Гаджиев, который выступает за сборную Азербайджана.